ребята, занимающиеся по классу фортепиано, могут прикоснуться к королевскому фортепиано роялю. Его установили в концертном зале, и главное отличие между привычным для всех пианистов инструментом, то, что в рояле струны натянуты горизонтально и обладают большим потенциалом для создания объемного звучания. В этом году в рамках государственной программы Красноярского края развития культуры и туризма наша школа стала получателем целевой субсидии в размере 4,5 миллиона рублей на оснащение музыкальными инструментами. На эти средства были приобретены 4 баяна, 4 скрипки, 2 альтгорна, тенор, саксофон, 3 пианино. Конечно, инструмент для музыканта – это крайне важно, поэтому и директор, и сами ученики безмерно рады такой поддержке. Стоит отметить, что за 46 лет существования школы это первое глобальное вливание средств для приобретения новых инструментов. В связи с новым появлением уже очень старые экземпляры были списаны. И кроме того, благодаря появлению новых скрипок, количество детей, обучающихся на данной специальности, выросло с 3 до 17. При подаче заявки мы, конечно же, перечисляли, какие инструменты нам необходимы. Сейчас идет тенденция развития и народного направления, это баяны, духовые инструменты развиваются. Естественно, рояль, мы давно мечтали о рояле, поэтому, конечно, в приоритете был рояль. Благодаря новым инструментам в планах у музыкальной школы создать детский оркестр, принимать участие в конкурсах профессионального мастерства, проводить творческие вечера и много других интересных и креативных задумок. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.